Здравствуйте! Не секрет, что сегодня на рынке полотенцесушителей серьезная конкуренция. Покупатели долго стоят перед стендами в торговом зале и задают вам много вопросов. Что посоветуете? Какой надежнее? В чем преимущество? Найти ответы и помочь клиентам сделать правильный выбор в пользу качества, эстетичности и практичности вы сможете после просмотра этого фильма. Компания Terminus занимает лидирующую позицию на рынке по производству водяных и электрических полотенцесушителей и дизайн радиаторов. Terminus строит свое будущее на использовании передовых технологий и высококачественного сырья. Компания Terminus обладает современным станочным парком от ведущих европейских производителей оборудования, лидеров станкостроения. Только полотенцесушители Terminus проходят полный цикл контроля качества на каждом этапе производства – от штрипса для трубы до готового изделия. Модельный ряд полотенцесушителей представлен ассортиментом эстетичных и функциональных изделий. Для производства изделий компания Terminus использует только высококачественную сталь марки IC304L с пониженным содержанием углерода. Сталь этой марки обладает уникальными качествами. Она прекрасно сваривается, максимально сопротивляется коррозии и окислению. Именно поэтому ее используют даже для производства химических реакторов, а также широко применяют в фармацевтической и пищевой промышленности, где приходится работать со средами окислительного характера. Она чрезвычайно прочная, упругая и пластичная, отлично полируется, имеет прекрасный внешний вид, гигиенично. Применение IC304L позволяет изделиям сохранить стойкость к агрессивным коррозийным средам, что существенно продлевает срок их эксплуатации. Продукция Terminus изготавливается из труб толщиной не менее 2 мм. Это обеспечивает 10-кратный запас прочности. Труба устойчива к резким перепадам давления в системе ГВС. Изделия с толщиной стенки трубы до 2 мм менее долговечны и, как правило, в первую очередь разрушаются в местах резьбовых соединений и сварных швов. Одно из наиболее уязвимых мест в полотенцесушителе – вот этот шов трубы. При гидроударах и резких перепадах давления в системе водоснабжения некачественный полотенцесушитель может буквально разойтись по швам. Вот таким образом. Это означает, что полотенцесушитель произведен из дешевой некачественной стали, подверженной окислению. Что бы там ни было, результат один – непригодное для использования изделие. Terminus – одна из первых компаний на российском рынке, стала применять метод лазерной сварки. Эта высокоэффективная технология позволяет достичь большой глубины проплавления. Несмотря на это, шов получается тонкий и незаметный. Получается, что зона термического влияния очень маленькая. Сварочные деформации сокращены до минимума, при этом коэффициент прочности сварного шва равен 1. Поэтому компания Terminus с уверенностью дает гарантию своим изделиям до 10 лет. Компания Terminus использует уникальное голландское оборудование контактно-рельефной сварки, спроектированное по индивидуальному заказу Терминуса и не имеющее аналогов на российском рынке. Полностью автоматизированный процесс исключает влияние человеческого фактора и позволяет изготавливать современные и неповторимые по своему внешнему виду изделия высочайшего качества. Соединения при контактной сварке формируются за долю секунды, а провар на всю толщину металла, 2 мм, обеспечивает надежность изделия. На европейском рынке изделия, сделанные на аналогичном оборудовании, стоят от 1000 евро. Подобная цена недоступна большинству российских покупателей. Terminus учитывает специфику российского рынка и предлагает подобные полотенцесушители в ценовом диапазоне от 6 до 25 тысяч рублей. Точность изготовления всех комплектующих деталей достигается за счет полностью автоматизированного процесса производства. Станки с программным управлением исключают влияние человеческого фактора на качество изготавливаемой продукции, что полностью исключает нарушение геометрии и позволяет производить полотенцесушители 4-го класса точности. Каждое изделие проходит тройной контроль качества. Тщательный визуальный осмотр, контроль геометрических размеров, испытание на герметичность водой под давлением 25 атмосфер. Как следствие, компания Terminus гарантирует безупречную работу своих дизайн-радиаторов на всем сроке службы и предоставляет гарантию до 10 лет. На каждом изделии есть вот такая лазерная гравировка. С каждым годом в торговом зале покупатели все чаще задают вопрос: не выделяет ли дизайн-радиатор вредные вещества? Можно ли на нем сушить детские вещи? Компания Terminus заботится о конечном потребителе и использует для создания полотенцесушителей пищевую нержавеющую сталь. Металл изделий не содержит вредных для здоровья химических элементов.
На этих изделиях уверенно можно сушить детские вещи и не опасаться, что у ребенка появится аллергическая реакция на металл или искусственное напыление. Сегодня требования покупателей к функциональности и дизайну своей ванной комнаты значительно возросли. Одни ищут что-то классическое и привычное взгляду, другие предпочитают более современный дизайн. С продукцией Терминус всегда легко сделать правильный выбор. Это сбалансированная линейка продукции от стандартных до дизайнерских моделей, таких как Астра, Венера, Европа, Аврора. Изделия компании Терминус представлены в различных ценовых сегментах – от эконом 990 рублей до премиум-класса 35 тысяч рублей. В разработке новых моделей участвует итальянский дизайнер. Основываясь на последних тенденциях европейской моды, он создает такие дизайн-радиаторы, которые легко впишутся даже в самый изысканный интерьер. Ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно в каталоге. Подключение полотенцесушителей компании Терминус к системе ГВС может быть двух видов – боковое и нижнее. Боковое подключение свойственно квартирам плановой застройки. Небольшие размеры ванных комнат требуют внимательного отношения к организации пространства. Полотенцесушители с боковым подключением предполагают наличие обычных выводов по вертикали стен. В ассортименте продукции Терминус представлены следующие модели с боковым подключением – М, П, Фокстроты, лесенки эконом-сегмента. Нижнее подключение оптимально для стильных дизайн-радиаторов типа лесенка, более высокого ценового сегмента. Несмотря на внушительные размеры этих полотенцесушителей, можете не волноваться. Горячая вода даже при слабом давлении циркулирует на 100%, и все перекладины всегда будут горячими. Перечислять достоинства продукции Терминус можно бесконечно, но главное – это неповторимый дизайн, современные модели любых размеров, применение эксклюзивного метода контактно-рельефной сварки, отличное качество, гарантийные обязательства. Все это делает компанию Терминус одним из наиболее популярных и востребованных производителей полотенцесушителей и дизайн-радиаторов России.